Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Представляю вашему вниманию, смотрите, салатик из обычных продуктов, который великолепно украсит ваш праздничный стол, удивит своим вкусом гостей. Я хочу, чтобы вы его обязательно приготовили. Все очень просто и безумно вкусно. С большим удовольствием угощаю вас, а вы угостите своих друзей. А салат у нас будет слоеный, поэтому, друзья, нам необходимо подготовить все ингредиенты заранее. Картошку я порезала на корейской терке. Подсушила бумажным полотенцем и сейчас буду обжаривать во фритюре. Должны очень хорошо разогреть масло и небольшими порциями закидывать картофель. Вот так вот это выглядит. Жарится он очень быстро, 3-2 минуты. Переворачиваем. Готово. И выкладываю следующую порцию. Следующая у нас идет ветчина. Чтобы она тонко нарезалась, я ее немного подморозила. На 1 час убрала в морозилку. Нарезаю тоненькими пластинками. Взяла куриную. И затем соломкой. Я люблю, чтобы в салате было очень тонко нарезано продукты. Салат мы сегодня будем готовить с грибами. Взяла маринованные шампиньоны. Несколько штук отложу для украшения. Берите маринованные грибы. Они имеют вкус такой приятный. Так, думаю, вот столько штучек хватит. Остальные нарезаю также мелко. Три яйца натерла на крупную терку. А сыр натираю на мелкую терку. Взяла наш российский, он великолепен в салате. Натираю соломкой вот такой. Друзья, все ингредиенты для салата я подготовила. Форма, она у меня 20 сантиметров, смазала растительным маслом. И украшаю блюдо листьями салата. Вот так вот, все очень просто. Так, немножко приминаю. Первый слой у меня будет морковь по-корейски. Все точные количества, вес, все смотрите под видео. Делала сама. Ничего сложного нет. Покупайте специи, и на них прям указано, как готовить морковь. Получается большая порция для салатов, так покушать, поэтому все очень просто. Уплотняю. И смазываю майонезом. Следующий слой у меня будут шампиньоны. Выкладываю по такому же принципу, равномерно. Опять майонез. Следующий слой будет яичный. Взяла 3 крупных яйца. Салат рассчитан примерно на 6-7 человек, поэтому имейте в виду. Не знаю, у кого какие аппетиты, конечно. Уплотняю. Смазываю. Следующий слой – ветчина. Ветчина.
Можно заменить, кстати, копченой курицей. Я готовила, вкусно очень. Если любите курочку. Опять майонез. Следующий слой сыра. Присыпаю хорошо. Уплотняю. Майонез. Так, и картошечка. Так, немножко ее вот так стряхну, чтобы она у нас хорошо легла, чтобы небольшие кусочки были. Вот так вот она выглядит. Совершенно не жирная. Очень вкусная. Так. Даже немножко поломаю. Посыпаю обильно, чтобы было много. Все края, все-все хорошо просыпаю. Так, друзья, смотрите, салатик я собрала. И сейчас нам необходимо его украсить. Беру листья салата. Выкладываю. И внутрь выкладываю наши маленькие грибочки. Вот так вот. Так, присыпаю сверху укропом. Убираю салат в холодильник на 3 часа, чтобы он у нас пропитался. Друзья, я желаю вам прекрасных, радостных, очень вкусных праздников. Подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. И обязательно поставить лайк, если вам понравился рецепт. До новых встреч. Пока-пока.